Ни одна магазинная маска не сравнится с той, которую можно приготовить дома. В этом видео я поделюсь рецептом из свежей клубники, меда и натурального йогурта. Главный ингредиент – клубника. Она поддерживает кожу в тонусе, питает витаминами и минералами, отшелушивает мертвые клетки и помогает справиться с угревой сыпью. Давлю ягоду вилкой и добавляю к ней йогурт. Он отлично помогает в регенерации и восстанавливает упругость кожи, делает ее сияющей и увлажненной. Теперь мед. Он очищает, питает, увлажняет, подтягивает кожу. А благодаря своему противовоспалительному действию помогает при борьбе с прыщами. Хорошо перемешиваю все ингредиенты и равномерно наношу на лицо. Оставляю на 15 минут, а потом смываю теплой водой.